При повреждении артериального клапана обычно не предоставляется возможным его восстановление и необходимо вставить протез. Протезирование артериального клапана делается с использованием натуральных тканей или механических аппаратов, в зависимости от возраста пациента, его диагноза и готовности к принятию антигангулянтных средств. Натуральные протезы получают из свиных, коровьих или человеческих тканей. Они очень похожи на собственные ткани пациента, хорошо воспринимаются его телом и поэтому не возникает необходимости к долгосрочному принятию противосвертывающих препаратов. Недостатком этого варианта является то, что натуральные клапаны менее долговечны, чем механические или человеческие. Механические клапаны являются более прочными, но они изготавливаются не из натуральных тканей, что может привести к образованию тромба в крови. Из-за возможности тромбообразования пациенты с механическими клапанами должны будут пожизненно принимать антикоагулянтные препараты.